Тебе нужно будет зайти в режим дуэль, и если ты ее проиграешь, то ты сливаешь свой терабит голд за 003. Всем-всем решающий раунд! Нет, 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 только нет. Крафт! Текла! Ура! Что произошло? Почему Тело думает? Мы нашли тот самый крафт! Здарова всем, ребята! Кентуга на проводе! И только что мне пришло самое странное сообщение моей жизни! У меня просто отлетела челюха! Все, мужики, погнали, прочтем это же сообщение! Привет, мой дорогой друг! Если ты считаешь это сообщение, то ты счастливчик. Я являюсь бывшим разработчиком игры State of 2. И так получилось, что я создал Desert Eagle Aurait. Если ты хочешь его забрать, свяжись со мной в DS. Хакер 656. И знаете, что я сделал? Я с ним связался! Я, ребята, ему кинул заявку в друзья, и он только что меня принял. И я прямо сейчас буду его набирать. Так, мужики, прямо сейчас я его набираю. С вас лайк, подписка. Надеюсь, это все закончится чем-то хорошим. Алло, алло? Алло, да. Здравствуйте, это вы бывший разработчик? Здравствуйте, здравствуйте, это я. А что у вас с голосом? Я изменил для конфиденциальности своей, чтобы никто меня на всякий случай не... Я понял, подождите, у вас точно есть дело? Это не прикол никакой? Молчать! Есть у меня дигл. Могу выставить его даже на рынок. Давайте. На сколько выставить? Давайте 928к. Сейчас сделаю. Выставил. Что? У вас же 4 голд скола! 928! Да, это не прикол! Это не прикол! Я в шоке. Если ты выполнишь все мои задания, то ты сможешь забрать. Ты готов к этому? Да, конечно, готов! Что надо делать, скажите? Зачем тебе вообще этот дигл нужен? Да я... Блин, да я просто для контента! Я кем-то пока ютубер, мне очень надо. Пожалуйста. Пожалуйста. Все. Первому заданию готов? Да, 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 да. Первое задание для тебя. Тебе нужно найти скин с двумя кликами, купить его и стереть, а потом слить этот скин за 003. Мама дорогая. Я готов к этому! Все, ребята, я только что вывел ему демонстрацию экрана, он за мной наблюдает, и прямо сейчас я буду выполнять задание. Первое, надо купить скин с двумя наклейками арканами, стереть эти наклейки, а потом сам скин продать за 0.3. Так, где же у нас есть наклейки? Давайте думать. По-любому это будет, по-любому это будет, по-любому это будет. АКР, 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 карбон, статрек. Ща найду, мужики. Я уверен, сейчас мы найдем две арканы. Вы просто прикиньте, сколько лишки я потрачу. Надеюсь, это не прикол какой-то. Вы видели, даже голос изменил. Я просто в шоке. Ладно, все, мужики, максимально быстро листаю. Я хочу побыстрее получить эту малышку мне в руки. Так, листаю, листаю, листаю. Где, где, где арканочки мои любимые? Стоп! Я видел! Я видел, я видел. Три арканы. Ну, три арканы, это же еще лучше, правильно? Потом мы покупаем. Мы покупаем! И стираем их. Ну, конечно, если честно, немножко жалко, но тем не менее. Я могу получить настоящий Дигл Аурейт. Еще и с голдскулами, просто прикиньте. Так, все, листаем. Так, ребята, максимально быстро стирай, стирай наклеечки. Так, все, стер наклейку. Я не могу на это смотреть без слез, я плакать хочу. Так, ребята, мне осталось стереть. Я на всякий пожарный, я лучше сотру 3 наклейки, чем 2, чтобы наверняка выполнить все его задания. Все, и теперь мне надо продать этот АКР за 003. Вот он, все, я продаю за 003. Все, я выполнил первое задание. Алло, алло, вы тут? Все, я выполнил. Я вижу. Ты выполнил первое задание. Но ты готов ли ты перейти сразу ко второму? Да, я готов, я готов. Ты справился на ура с первым заданием. Но вот второе задание. Тебе нужно будет зайти на рынок и купить Хэллоуин стикер пак. Потом поймешь для чего. Все, ребята, залетаем на рыночек. Это изи, слушайте, если будут такие изичные задания, это будет самый изич. 5к! Я думал, он стоит 4к. 5к! Блин, может закуп поставить? Я не знаю, как же мне жалко тратить 5 костей. Пожалуйста, слейте кто-то мне хотя бы за 5к. Блин, никто не сольет. Ладно, беру, просто покупаю с рынка. Все, купил, купил. Все, я купил. Молодец. Ну ты не расслабляйся. А что дальше? Теперь тебе нужно так зайти на рынок и купить Фуриос, Рейву и 2 Скорпиона Кейсов.
открыть их и все, что выпадет, продать за 003. Вы посмотрите, что тебе пишет. Дай голды. А я ему написал, если нужна голдишка, залетай на булдроп. Тем более, что на булдропе вышло недавно крутое обновление, в котором добавили нереальную крутую коллекцию кассиков, с которых падает топовый дроп. Вы посмотрите, братан, как я купился. И это не все. Также, помимо всего этого, добавили обменник Мерлина, в котором ты можешь получать бонусы. И эти бонусы ты меняешь на, опять-таки, халявные скины. Прикинь, как это круто. И это не все. Также, помимо всего этого, у меня для вас есть подарочек. Прямо сейчас на экране, посмотрите. Вводишь этот код и получаешь подарок. Потом, братишка, не теряй время. Если нужна голдишечка, залетай на булдропчик. Потому что булдроп — это топовый дроп. Все нужны ссылочки в закрепе, а мы идем дальше. Вы это слышали? Он вообще ненормальный. Надо купить кассики. Просто. А сколько стоит скорпион? Сколько? Мама дорогая, что мы творим? Два фуриоса. Дальше два скорпиона, да? И два райвела. Вроде бы так, все, два фуриса купил, два райвела, просто, ребят, максимально пошелку покупаю. Один райвел. Блин, я два купил. Ну, значит, два продашь. Так, значит, вот, имя есть, смотри, есть скорпион кассики, да? Скорпион кассики есть у вас? Да. Тогда открывай, все, что выпадает, продавай за 003. Блин, это слишком жестко для меня, но я готов все это сделать. Пожалуйста, ребята, поддержите меня вашим лайком, вашей подпиской, хэштег Кен, давай. Так, M4Quake, нам все равно, что выпадает, потому что я все продаю за 0.3. Даже если нож выпадет, блин, я бы, наверное, заплакал. Я продам все за 0.03. 0.03. Не, это реально жестко, это прям очень жестко, все, продал. Открываем. Просто прикиньте, по 900 голдишки. Каждый фуриус кассик стоит 900. Не, это слишком жестко, слишком жестко. Все, тоже продаю все за 0.03. Жизнь боль. Так, два райвела еще. Фух, ребята, это реально очень жесткие задания. Меня радует только одно, то, что мне впадают вонючие рарки. Потому что если это были бы не рарки, у меня был бы тильт. Так почти нормально. Ну, хоть не так обидно, сами понимаете, когда попадают недорогие скины. Но это все ради Диглаурейта. Он реально доказал то, что это не какой-то там кидусик. Он просто взял и выставил его на рынок. Так, обратно в Старкбигл. Да, конечно, мужики, скины тут, конечно, так себе. Ну, прям так себе, прям так себе. Так, все. Так, мужики, это последний скорпион кассик. Мне абсолютно все равно, что выпадет. Вот обидно, единственное, за голдишечку. Когда я начинал, пацаны, когда я начинал, у меня было 60 с чем-то голды. 60к. Сейчас уже 54. Не, это вообще не норма. Ладно, все, я продаю. И я, по идее, выполнил еще одно задание. Так, все, все, вы тут. Я надеялся на нож. Я очень сильно надеялся, что тебе выпадет нож. Но, к сожалению, не по... Но у тебя еще кучу заданий впереди. Ты готов к следующему или нет? Да, конечно, готов. Тебе нужно будет зайти в режим дуэль. И если ты ее проиграешь, то ты сливаешь свой терабит голд за 003. Что? Что? Нет! Нет, блин, ты, если бы я знал, что будут такие задания, я бы вообще не участвовал бы. Мой керамин. Хватит плакать! Выполняй задание, если хочешь забрать Диглаурет. Все, поехали. Блин, ребята! Ладно, все, я надеюсь, я выиграю. Все, я надеюсь, против меня попадется какой-то нуб. Я максимально на опыте, максимально на скилле его вынесу. Все, поехали в дуэль! Слушайте, я подумал, а что будет, если я не буду выбирать сторону? Ладно, все, давайте, все. Он смотрит, все нормально. Все, поехали. Давайте посмотрим на ранг этого типа. Пожалуйста, братик! Лишь бы ты был! Какой-то ранг? Нормальный, какой-то новичок, это имба, ты новичок! Все, я выиграю. Я по-любому его выиграю, у него даже нет нормальных скинов. Все, ребята, мы прямо сейчас дуэлички. Погнали. Потей. Сюда, перхоть! Легчайшая! Нормально, сюда, дорогой! АВМ. Вы знаете, на АВМах я просто лучший. Просто прикиньте, помимо золотого авика будет еще золотой керыч. Ой, золотой дигл. Все, почему? Давайте пушу. Нет! Да как я проиграл этому нубу? Главное, собрались. О, без прицел, ну зум. Все, ну тут по-любому я отыграюсь. Легчайше. У него даже... Видели, куда ВМ отлетел? Просто этого челюха отлетела. Так, ой-ой-ой, куда я выбросил? Все, P90 это тоже изи, потому что на P90 я всегда хорошо играю. То есть тут, ребят, без варианта я вынесу его. Он там, я видел. Да как? Да он какой-то кибер! Блин, это типа он Saints!
Ничего себе жесткий. 2-2. Фабм, ну фабм тут 50 на 50, потому что с фабм это не моя пушечка. Но я буду пробовать, я буду пытаться. Да! Легчайше, на расслабочке, на челе братик лежит. Так, ребята, 3-2. На ножах тоже по-любому я заберу. Тем более, когда еще есть хаешечка, тут 100%. Братик. Ё-моё! Кажись, я своей хаешкой попал по себе. Упадаль. Я ничего не вижу. Да как? Не, он какой-то кибер. Я уже вижу по этому типу, легкой прогулочки не жди. Нормально, М16, я всегда играю в дуэлях с М16, поэтому тут без вариантов замочим. Дорогулечка, ты моя! 15 хп, Габелла. Да! Изи! Лежать! Прикиньте, на кону мой кирголд, поэтому я тут буду потеть как не себя. Молик, ну Молик, конечно, сюда. Где он? Да откуда ты знаешь, где я нахожусь каждый долбанный раз? Чел! Ух, знал бы он, что это не просто дуэль, это очень важная дуэль. Я не помню, это какая-то машина. Это или софт, или это какая-то машина. Он слишком жестко он играет. 2 секунды остается, давайте это сделаем. Да! 5-5. 3 раунда. Всего лишь 3 раунда, и я оставлю эту малышечку с тобой. О, кстати, Стефен Фалл играет очень-таки неплохо. Лежать, сыночек! 6-5! Да! Хорошо, так как, ребята? Хэштег не паненька. Да! 6-5! Ластовый раунд! Изи вин! Это, конечно, было очень жесткое задание. Я прям немножко, так сказать, испугался. Он где-то справа был. Ой-ой-ой! Не-не-не, он на пистолетах играет хорошо. На пистолетах, походу, я солью. Да как? Ну смотрите, миллион пуль мимо его головы. Ну ты долбанный лакер. 6-7. Не-не, все, последний раунд. О, нет, только не это. Я не умею играть с пулеметика. Сдохни! 7-7, решающий раунд! Нет, только не это. USP. Тут прям будет тяжело. Дядь, ты где? Нет, мне страшно, мало, помоги! Это надо действовать. Влетай с двух ног на мужика просто. Сдохни! Да! Вот это стрём! Просто вот это стрём! Я был на волоске! 8-7! Да! Вы тут? Разработчик, вы тут? О, да, Пупс! Слушай, ты хорош! Сейчас будет финальное задание для тебя! Какое финальное задание? Ты сейчас скрафтишь новый Дигл Аурей! Покупай 2 легендарки Ориджина! 2 Фуриоса, 2 Скорпиона и 4 Вейбла! И делай крафт. Но самое главное, в крафте должна быть наклейка Аркана. С каждой коллекции? Нет. С каждой. Так, ребята, Origin коллекция у меня уже есть в инвентаре. Поэтому мы прямо сейчас берем 2 Фуриос, как я вам и говорил, 2 Фуриос легендарки. После этого мы берем Фейбл, еще там 4 штуки, кажись, надо. 4 Фейбла, 2 Фуриоса, 2 Ориджина и 2 еще, что там надо. И 2 Скорпиона, я вспомнил, 2 Скорпиона легендарки. Блин, мужики, это будет очень жесткий крафт! Я не знаю, если это все правда, то... Я должен скрафтить Тиглоу Рейд! Мне кажется, это прикол какой-то. Я не верю. Че, реально так можно было? Стоп! Я забыл! А наклейки арканы? Я знаю, а можно спросить? Спрашивай. А там надо, чтобы на каждой коллекции был наклеек арканы? Или можно на одной? Вообще на каждой должно быть. Ну ладно, сделаю тебе облажку. Ты справился со всеми заданиями на отлично, поэтому можно и на одну. То есть я сейчас просто покупаю сейчас NPC граффити с аркан наклейкой и могу делать крафт, да? Да. Все верно. Все получишь, спасибо! Все, ребята, сейчас все будет так. Ищем! Где это долбанная аркана наклеечка? Аркан. Так, Биохазард, это аркан или нет? Кто знает? Я нашел!
750 галдешки! Вы на приколе? Это жесть. Это просто полная жесть. Я купил. У меня осталось 53к, как мало. Все, ребята, прямо сейчас я делаю крафт, дигла, аурейт. Так, вначале выбираю 2 скина из Фуриус коллекции. После этого я выбираю 4 скина из Фейбл коллекции. После этого 2 скина из Скорпион коллекции. 2 скина из Скорпион коллекции. Один из которых с дорогущей наклейкой. Мне ж плохо сейчас станет. Вот. И 2 скина из Ориджин коллекции. Вроде можешь без наклейки, он говорил Ориджин скин. У меня есть с наклейками, но он же ничего не говорил про Ориджин. В смысле не говорил? 2 скина Ориджина с наклейками. Все, понял. Все, то есть, прям сейчас смотрите, я все правильно сделал. 2 Фуриус, 2 Скорпион, 4 Фейбл и 2 Ориджин. Я могу крафтить. Да, можешь крафтить. И мне прям сейчас возможно выпадти Глаурей. Невозможно, а точно. Ребята, это легендарный момент! Крафт! Дигла! Аурейт! Я не верю своим глазам, как же мне плохо. Все, я прямо сейчас буду это делать. Давайте, замыслят! Пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. Мы это сделаем! Мы должны это сделать. Все, я знаю, мы сможем, мы сможем, мы сможем! Все, 3, 2, 1! Я на это потратил очень много сил и усилий. С вас лайк, подписка, мужики. Поехали! Смотрите, оно... Что произошло? Что произошло? Почему ты его думает? Мы нашли тот самый крафт! Вы посмотрите на бесконечность нагрузки! Мы скрафтили Тивил! Походу мы скрафтили... Что происходит? Разработчик, вы тут? Это что за крафт? Что произошло? Дубас голимый! Я тебя развел вокруг пальца! Я скачал клоунфиш и приговорил скрафтщиков! И письмо тебе сегодня с утра скинул и притворился разработчиком и запатил тебя, чтобы ты сделал все эти задания. И ты повелся, ну бас вонючий. Чувак. Я просто сидел и угорал просто. Чувак, ты решил пошутить над кем-то ПК? Ты не знаешь, с кем ты связался. Ты я не знаешь. Я развел вокруг пальца, друг. Я тебя разорву. Ребята, просто прожмите лайк. Подпишись на мой канал, я ему отомщу, я говорю, я обещаю ему отомщу! Чувак, а сделай сейчас на секунду такой голос. Здравствуйте, это я, разработчик. Дед Перхоть, Дед Пепа. Пацаны, я это просто так не оставлю, с вас лайк, подписка. Всем пока, тебе было! Ребят, подпишитесь на меня.